Всем привет! В этом видео я попробую сделать баг, как в Альфа 4 летать без читов с помощью, допустим, швабры. Сейчас нужно капкан получить. Это сейчас поставит капкан. Должен смотаться. Я не вижу, что я там беру. Мне нужен капкан. Надо было сразу фонарик взять. Вообще ничего не видно. Так, берем. Странно, что стекла постоянно восстанавливаются. Вот отсюда могу взять. Прикол. Так, берем швабру. Ой, забаговали, похоже, да. Теперь у меня две швабры. Одну выбрасываем. Так. Куда я лечу? Прыгать. Вот летаю, смотрите. Причем стремительно так улетел. Так, переключаемся снова на швабру. Куда-нибудь могу лететь. Прям на вот эту площадку, где мельница. Нормально. Вот, смотрите, получился баг, который получился в Альфа 4. Улетел от соседа, он меня хотел поймать. Я ему не дал поймать себя. Так. Конечно, темно так. Самая темная серия игры. Переключаюсь на фонарик. Надо прям над домом. И резко фонарик. И резко... не успел. Прыгаю. Фонарик. Так, почему-то над домом меня телепортирует. Почему я не улетел, не понимаю. О, уже здесь. Пробовать пройти игру так. А, сейчас мне фонарик не дадут взять. Конечно же. Но пока не брошу швабру, мне фонарик не дадут взять. Так-то бы можно было попробовать пройти игру. Даже. Давай, запрыгивай сюда. Нужно хотя бы коробку взять. Или стул. А, не получается. А давайте скину швабру обратно. Нужно просто всегда иметь про запас несколько вещей. Не лучше маленьких. Допустим, яблоко.
что это не забагованное. Какая-то странная швабра. Так, все у нас. Меня куда-то кинуло. Так, я где? Ком. 2, 2, 3. Кто-нибудь здесь был? Так, надо еще сюда слетать, потому что у меня нет фонарика. Я вообще где нахожусь-то, я даже не понимаю. Перемещаюсь прям по игре. Давайте пройду игру. У меня что-то лишнее есть, да? Это будильник. С другой стороны заходим. Это не так, как обычно. Так, берем сейчас бобру и залетаем. Ой. Залетаем туда, куда не должны были. О. Смотрите, через верх тоже попал. Так, у нас что-то лишнее есть. Но это явно яблоко. Так. Сосед застрял. Вовремя застрял. Давайте пока не буду проходить игру, потому что это достаточно просто теперь уже сделать. Слетаю еще наверх. И тем более сосед застрял. Самое то. Я не знаю, все ли до этого исследовали люди. Я, допустим, много чего не видел. Вот видите, даже где я нахожусь, я сам не понимаю. Коробка лежит откуда-то. Так, он там. Надо туда как-то слетать. Ну как сюда попасть? Я даже не вижу, куда я лечу. Промахнулся. Вот на. Надо точно вверх лететь. Летим, летим, летим. Так, мимо. Так, летим, летим. Опять мимо. Опять куда-то летим. А, почти. Давайте еще раз.
Плохо, что я оказался здесь. Без фонарика. Буду пробовать залетать. Самая темная версия игры. Это вообще же близко прохожу уже. Есть 2 2 3 8 1. Два два три восемь один, да? Нормально, чуть не опять не улетел. Цифры не берутся. 2 2 3 8 1. Интересно. Допрыгнул отсюда. Точно допрыгнул. Здесь у нас ничего интересного нет. Ладно, не разбиваешься, с любой высоты можно упасть и не разбиться. Так, ладно, сосед застрял, пройдем игру. Дадут нам зайти. Дали. О, кстати. У меня же здесь психованная. Ага, залетел прям. На швабре. Всем спасибо за просмотр, баг действует, как в Альфа 4. Игра пройдена. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, с вами был Топси.